В новом составе немецких парламентариев первые дрязги. Одни депутаты требуют поменять схему рассадки в зале, другим больше не нравится партия, от которой они были избраны. А ведь еще даже первого заседания не было. Политическую карту Бундестага изучала Татьяна Лагунова. Второй пошел следом за сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Фрауке Петри. Из фракции вышел еще один депутат. Ряды правых популистов покинул один из основателей политической силы Марио Мирух. Причина та же. Политик считает, что партия взяла слишком правый крен. Две недели назад, сразу после выборов, фракция правых популистов насчитывала 94 депутата. Теперь осталось 92. Журналисты и политологи уже шутят, если так пойдет и дальше, то к первому заседанию Бундестага нового созыва ряды альтернативы для Германии могут значительно поредеть. Потеря депутатов не единственная проблема правых популистов. До выборов все остальные партии заявляли, что не будут с ними сотрудничать. А после оказалось, что еще и рядом сидеть не хотят. Согласно регламенту, депутатов альтернативы для Германии решили разместить справа от трибуны, рядом со свободными демократами. Но либералы взбунтовались и потребовали немедленно их пересадить куда-нибудь в другое место, а лучше всего по центру зала. Свободные демократы должны сидеть в центре зала. Это отображает наши политические позиции и соответствует практике, принятой в других парламентах. Окончательную рассадку фракций планируют утвердить на следующей неделе. Так что у свободных демократов есть время, чтобы уговорить другие партии поменяться в Бундестаге местами. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».